Добрый вечер всем, это Миша Лемах, и вы смотрите Wall Street Online, обзор основных фьючерсных рынков. С точки зрения объемного анализа, объемные уровни поддержки сопротивления, используются подходы Delta Imbalance, объемные массивы, VSA, Price Action, то есть самое вот то, что действительно работает. Значит, по традиции, начнем с экономического календаря. Перед этим я хотел проанонсировать такой небольшой ивент, который будет совсем скоро. Это Footprint 2.0. Для тех, кто хочет покорить order flow, читать ленту, читать кластерный график, понимать, где разворот, где вход, выход, сопровождать позицию с помощью агрессоров BDASK, это вот сюда. На сайте уже есть страница, можете изучить. Вопросы также задавайте в чате, в Телеграме по этому курсу. Соответственно, начнем теперь с экономического календаря. Вернее, продолжим. Итак, неделька была, как я и обещал, интересной. И это благодаря вот большому количеству процентных ставок, которые были на этой неделе. Они все остались без изменений, что в принципе ожидалось, но чем черт не шутит, на всякий случай. Соответственно, тенденция в таком ключе какое-то время сохранится. Я думаю, что пока не выберут Байдена, в какие-то сильные перетрубации по тенденции не должны быть. Вот, раз процентные ставки не меняют, значит, все у них там идет по плану. Единственное, что вот пандемия вот это, и я думаю, она тоже по плану идет, по ихнему. В понедельник, 21 декабря, базовая кредитная ставка НБК. Это очень важный показатель. То есть, по сути, Китай огласит о своей кредитной ставке. Сейчас 3,85. В последнее время они ее не меняли, но буквально там годик, кажется, или полтора, так достаточно существенно снизили процентную ставку. Там тоже вроде очень много ярдов вливается в стабилизацию экономики из-за пандемии. В общем, печатается станок, не выключается. Тут идентично, как в США, просто вот запуливается триллионами, наверное. Ну, миллиардами точно. Значит, это будет 4.30 в понедельник, 21 декабря. Ну, в двух словах, следующая неделя — Рождество. Соответственно, это короткая неделя. Если вы удерживаете позицию с этой недели, то есть оставили на выходные, то вам еще понедельник, вторник, среда понадобится. Если вы еще не зашли в позицию, то за 3 дня до Рождества явно рынок такие подарки не раздает. То есть, ну, ралли на север перед Рождеством, перед Черной пятницей позади. Также процентные ставки мы вот, если вы запрыгнули и вы удержались, соответственно, еще можно вот эти 3 дня поторговать. А так, в целом, Британия во вторник считается по ВВП за третий квартал. И среда у нас запас сырой нефти. И в целом все. Потом идет у нас канун Рождества. Наверное, полпланеты отдыхает. Ну и в пятницу это все дело продолжается. Соответственно, с наступающим праздником. Так, помните это, и в четверг чудом отчитается США по числу первичных заявок на получение по безработице. Вот, соответственно, неделя короткая, неделя предпраздничная, сильно гасить не должны рынок, но фиксации какие-то могут простреливать. Соответственно, не будем задерживаться на экономическом календаре, сразу перейдем к нефти. Я вот, сейчас вы видите, на новом контракте февральский, сразу взял профиль, срез непосредственно этой недели, 5 дней. По открытому интересу здесь был набор позиций впритык до пятницы, причем обратите внимание, пятница у нас расширила четверг, то есть, ну, фактически ежедневно шли на расширение. Это очень важный момент. По общей дельте здесь маленькая дисбалансировка, 2000 контрактов из полумиллиона. Вот. И в первую очередь нужно обратить внимание на вот этот торговый день на 16 числа. Здесь просто вот действительно
Сознали дисбаланс. Сейчас скажу, в процентном соотношении 8%. Понедельник был 9,9, но, судя по всему, это не очень сильно помогло, а вот 8% еще на 2 дня толкнули цену, и это стоит отметить. Очень большой коридор, плотный байеров, и на фоне недели этот коридор мы видим с вами вот такой площадкой поддержки. Соответственно, это number one, здесь идет у нас, если я не ошибаюсь, если мне не подводит память, там даже ядро недели получилось. Сейчас. Так, давайте я сейчас зафиксирую, а то мы забудем этот коридор. 47,65. 48,10. Это вот плотность за счет среды. И сейчас мы посмотрим по ядру. Ошибся, да, ядро чуть выше. Кусочек среды, четверг, пятница. Ну, естественно, тут 3 дня. Так. И ядро. Больше половины коридора ядра у нас тоже на покупках. Значит, у нас есть два уровня поддержки, один из них и ядро недели, и плотное скопление агрессоров на покупку у нас имеется. Соответственно, ценник пока болтается выше двух уровней поддержки. VWP идет в районе 47 с копейками, 47.22.25, вернее. Соответственно, корректировка на следующей неделе, ну прям, будет достаточно прогнозируемо. Самое главное, чтобы вот этот уровень байеры удерживали, тогда у нас есть все шансы увидеть северное движение. Обратите внимание, что новый контракт, вот этот февральский, он только начал свои первую неделю, вот обороты только-только вышли на 160к. По дельте у нас получается один день, вот среда был достаточно такой ударный, остальные все нейтральный, тоже ближе к нейтральному, и вот такой более коварный это был понедельник. Соответственно, если байеры могут удержать здесь уровень, если начнут даже здесь атаковать и удержат цену выше 48.75, соответственно, это две звездочки фактически на этот уровень, то есть это очень большой приоритет. Если пустят до этого уровня поддержки коррекцию, то есть там, допустим, понедельник и вторник здесь начнут бодаться, соответственно, самое главное, чтобы удержали вот не ниже 47.65-48. В противном случае мы как раз к тому времени уже будем пробивать VWP, а это уже триггер на то, что у нас активность селлеров во всеоружии просто. Вот, соответственно, вот эти уровни мы выделили. По сопротивлению здесь, как, ну, прям таких зверских, можно взять только вот потолку пятницы, это 49-48. 85, ценник все равно пока выше, и там последняя цена не особо, там 470 контрактов, это вот левел. Все, это вот локации на эту неделю, следующую, вернее. Опять же, неделя следующая будет короткая, и, соответственно, 3 дня еще более-менее будут торги, возможно, будут со слабым объемом, соответственно, чуть меньше волатильность будет. Но учитывайте это. Если еще нет открытой позиции на сопровождение, то понедельник поймаете какую-то рыбку, соответственно, еще есть над чем поработать. А в среду, во вторник ловить хорошую сделку вряд ли получится. Ну, так как не будет особо таких влиятельных участников рынка, возможно, просядет ликвидность и просчитать ситуацию будет сложнее. Это был CL. То есть уже подобрались практически 49,5. Зимний период. Спрос на нефтересурсы, пока фундаментальный подход железнобетона себя оправдывает. Ну и плюс удорожание, собственно, барреля нефти еще искусственно разогревается. Так, у нас дальше идет евро. Так, у нас идет евро. И здесь мартовский контракт, уже вы видите, перешли. Автоматически Wolfix перешел на новый контракт MAR21. Всегда, когда идет экспирация, начинаешь торговать новый контракт, такое ощущение, как будто в будущее заглядываешь. MAR21, так прям ух. Так, на новом контракте, а именно вот эта первая неделя, 216 по 219, первое ядро контракта, оно же ядро недели, отмечу нейтральным цветом. По открытому интересу даже по чуть-чуть набирали позиции,
Пятница без изменений, собственно, и по пробитиям контрольных точек это подтверждается. И давайте посмотрим, кто у нас по активности тут более... Кто активен, байер или селлер? Так, у нас получится 13-го было 12 тонн дисбаланс. 4200. И все, обратите внимание, оба дельта массивы, и этот дельта массив, и этот дельта массив, чудным образом в одном и том же коридоре через день. То есть активность повторилась на том же самом уровне. Соответственно, на этот уровень обращаем внимание. И обращаем внимание также на то, как аккуратненько удержали 3 сессии, 3 дня. Как раз вот эти вот покупочки не пустили. Это очень хороший, ну как бы, маячок, что уровень действительно живой. И те, кто торговали в конце контракта, сейчас вы перейдете на торговлю, особенно студенты, которые сейчас курс проходят. Я уверен, что вы уже начали чувствовать, ну вот есть разница, торгуешь в конце контракта, когда скоро закроется уже экспирация на носу, и переходишь на новый контракт, там где только открываются, все ходят в рынок, размещаются. Вот, совсем два разных стиля вообще поведения, котировки, отработки уровней, техника более стабильно работает. Так, вот такие у нас уровни поддержки. То есть мы берем по сути 21.45 и по 217. Это у нас проверенный уровень саппорта, и он совпадает немножко с ядром недели, то есть примерно на треть. Толкнули, правда толкнули, как видите, на отрицательной дельте. И нейтральная дельта, по сути, идет 2 дня, так они и стоят. Но сам факт того, что еврик у нас висит, получается, толкнули выше. Да, ну, не супер волатильно, но в целом первые маневры расшили байеры. То есть байеры толкнули цену, и вот на максимуме недели спокойно 2 дня пока могут удерживать. И это вполне хороший признак того, что байеры там все-таки есть, вот четверг-пятница. Соответственно, и дельту они потихонечку балансируют. То есть не 3000 контрактов на шорт, а 467 и 315. То есть с учетом фиксов вот этих же байеров, то есть это вполне предсказуемо, что там будет дельта на продажу. Но также радует, что там дельта не особо с большим дисбалансом. В любом случае, как бы там ни было, вышли они или это зашли продавцы, уровень 226-228 возьмите на заметку. Промежуточный второго ранга, поддержка 22-35-224, это вот эти вот очень слабенькие небольшие поддержки, ну, на фоне 1100-900 контрактов, 200-210 контрактов выглядят достаточно так неуверенно. Но VWP у нас 1.22, соответственно, корректировочка до вот этих уровней поддержки вполне нормальное явление, и это нужно учесть в своих торговых сценариях и таргетах. Дальше двигаемся. Золото. На золоте наконец-то начались хорошие деньки. Да, кстати, по золоту где там открывалось это... Это биточек, вот по золоту. Это двумя контрактами. 16 числа вот там на лоях. И один контракт зафиксировали, и вот болтается один контракт остался. Вот. Ликвидность идет рабочая, то есть видите, не упала, не выросла, то есть идет, ну, в порядке нормы. То есть рабочие обороты, идем как бы ровно. По открытому интересу у нас даже был приток позиций, особенно вот вторник, среда, четверг. Пятницу, само собой, ожидаемо сбросили часть позиций, и там, как видите, предсказуемо дельта на шорт. Там, где открывали позиции, даже я бы сказал больше, 4 дня из 5 покупки были преобладающие по дельте, и те дни, которые прирост открытых позиций, там фигурировала зачастую дельта, причем неплохая. Итого, получается, у нас на новом контракте формируется ядро уже 18.30, округлим по 18.50. Вот 20 долларов вот этих берем на заметочку. Так, и часть этого коридора у нас является одним из важных уровней поддержки. Можно заметить, что на хаях дней вот здесь старились они.
Также старались не сильно далеко отпустить от этого массива, тоже тарились и уже на расширение пошли. Добавили немножко дельты, причем прошли вот этот хай, даже как будто и не было его. Вот, поэтому 18.44 смело берем до 18.58, это вот локация поддержки, чуть выше ядра, и точно не ошибетесь. Оперативные уровни, которые вот по ходу расширения коридора мы можем увидеть, что, значит, на всякий случай, кто недавно присоединился и не может понять, что это такое за вот эти ежики в профиля, это по-простому простой бар дневного таймфрейма. Внутри бара отображается информация с двух колонок, ну, информация при сжатии, когда шрифт не видно. С левой стороны колонка отображает объем по каждой цене, а справа дельту по каждой цене вот, непосредственно дневного таймфрейма. Это можно делать на любом таймфрейме, но так как у нас обзор за неделю, мы, собственно, используем тут daily frame. Вот, смотрите, 766, 752 и 345, вот эта вот кучность мы берем, пока пятница не прошла этот диапазончик. И обратите внимание, вот 18.94 повторили прям по этой же цене, так на максимуме дня. Ну и ценник болтается спокойно в середине коридора. Пятница без особых вливаний, судя по всему, без направленного размещения. То есть не было давления, поэтому так и осталось внутри четверга. То есть в целом как бы можно ставить алерты за 18.80, ну и за 18.95. Вот куда пойдут расширять, собственно, посмотрим. По хаям нужно обязательно смотреть, чтобы были объемы. То есть если вы увидите выход из коридора в 19.00, это крайне, ну, вряд ли будет на следующей неделе, потому что перед праздниками никто там тактически не будет особо фигурировать на рынке. А вот после прошлой, ну, следующей недели вполне могут 19-ю атаковать. И посмотрим там, ну, просто так уровень точно не сдадут. VWP идет в аккурат 18.50, как раз чуть выше ядра. И мы двигаемся дальше. То есть, ну, вполне может динамика сохраниться, но вот психологически 19.00 могут не взять на следующей неделе, так как короткая неделя перед праздниками, зачем портить настроение. Я думаю, что через неделю 19.00 могут попробовать атаковать. По коррекции допустимо до вот этих 2 дней коррекция, как раз в аккурат до уровня поддержки и ядра контракта. Дальше двигаемся. У нас накануне идет BTC, а на BTC у нас уже и 24 отметка. Тоже имеется наблюдение, вот такая вот активность. Ну, волатильность просто неоценима. Это Gold, сейчас BTC. Тоже для эксперимента 2 контракта. Это было 16 число. Один контракт вот здесь зафиксирован. Остальное, один болтается вот цифры на биточке. Биточки на семье торгуются. Вот, соответственно, волатильность там прям, но там нужно очень-очень внимательно следить, чтобы такие же самые движения против вас не пошли и вы успели спрыгнуть. Для этого мы используем огромное количество вспомогательных алертов по ценам, по объемам, по моделям, по корреляции, по тикам, по трейдам. То есть это все приходит пуш-уведомлением на смартфон, либо же на ПК, если вы у терминала находитесь. Соответственно, такие вещи нельзя пропустить. Итак, берем по параметру открытого интереса и мониторим. Так, DEC20, где у нас там следующий контракт, по 3 месяца вроде биточка. Сейчас мы март еще посмотрим. Нет, ну не март. Так, соответственно, почти приток был. Ну вот, вторник, среда, четверг. По ликвидности вышли на 3 тонны. Ну, бывало и побольше. В любом случае, видите, 3 дня из остальной, ну вот, остальной части недели, только вот среда, четверг были такие достаточно весомые.
Возвращаемся на дек, посмотрим, что там. Там где 14, 13, поэтому пока еще здесь будем мониторить уровни. Итак, по завершению этого контракта декабрьского у нас получилось 19 с копейками по 19500, 19550, ядро контракта, основные ключевые уровни проторговки. Потом я удаляю все линии, повторно мы сейчас выставим аккуратненько. 19100 по 520. Ядро контракта, это вот декабрьский, который вот-вот уйдет в историю. Потом расширение хаев, двадцатки расширили, вот здесь был пидстоп, видно по ликвидности, и там все на поддержке, то есть весь коридор этого массива смело берем, и по факту уже видно, что цена ушла выше. Ну и собственно там по дельте тоже история невыдуманная. Так, вот у нас ближайший уровень поддержки, и обратите внимание, как зубами вгрызается активность байеров и не пускает пятницу ниже четверга. Вот 22680 по 900. Будет интересно понаблюдать, как сильно будут хотеть байеры удержать цену на 23 тысячах долларах за контракт. А в контракте, если не ошибаюсь, 5 биткоинов. Так, и тут еще у нас тоже плотный коридор. Вот, ликвидность 13 и 14 тонн, получается это у нас четверг, среда, остальные по 5 и 3 тысяч контрактов. Далее смотрим по дельте, все на покупке, даже вот среда 500 лошадей отличилась. Соответственно, чистота дельты не может не радовать. Сток 50 контрактов дисбаланс и 550 контрактов дисбаланс, 3 раза больше дисбаланс, правда волатильность получилась в 5 раз больше. Но уровни самой важной поддержки отмечены, и двигаемся дальше. VWP как раз идет 19520, самое оно. Так, S&P. На S&P новый контракт с понедельника, живенько перешли. То есть до официальной экспирации еще вот топать и топать. Ну вот эту неделю имеется в виду. А уже 14 числа был 1 300 000. Вот так выглядит S&P. С виду торговые сессии кажутся очень хорошими, очень удачными, но обратите внимание, что здесь на самом деле не все так радужно, как хотелось бы. Ну, во-первых, ожидалось, что эта неделя будет непростая с точками входа, но как раз, ну вот, процентные ставки, среда, четверг, так как их оставили без изменений, то в целом как бы на настроение участников это никак не повлияло, они просто по той же программе работают и дальше, пока не поменяются процентные ставки. Вот, и тут, ну, можно отметить, четверг, среда, очень такие коварные сессии, такая была прям, ну, не давали зайти просто, вот, в последнее время они под конец дня просто скидывают всех и закрываются очень паршиво, то есть на ночь оставить позицию трудноватенько. Так, костяк ядра, я сейчас возьму 3707, 3714, и нужен драйвер, собственно, участники рынка перед Рождеством, как видите, особо не грузились, потому что по объему у нас 1 300 000, это был понедельник, и так он и начал падать, то есть чем ближе к празднику, тем меньше обороты, как вы видите. Вот, соответственно, тут как-то выделить какой-то день не получится, ну по дельте то же самое, то есть идем на рост, но дельта падает, даже была в четверг отрицательная. Сегодня 7700. То есть после такого снижения еще на стороне байеров. По поддержке явно стоит отметить коридор 36.85 по 88. Обратите внимание на этот уровень. То есть то же самое здесь, и то же самое вы заметите здесь. Байеры крупные, они будут собирать себе как бы уровень, да, позицию свою крупную там, где легко найти продавцов, а на максимуме дня это просто кладезь встречной ликвидности перед тем, как загрузить покупку, и вот 3 дня они по максимуму собирают толпу, как вы видите, и это у них очень удачно получается. Ну, один из таких уровней вы видите, 36.85 по 88, можно чуть на доллар расширить, добавили немножко, правда не так сильно, но вот четверг прямо аккуратненько тестировал, но боялся пройти. И в четверг все равно по максимуму, и в пятницу тоже прямо у верхушки пакуются байеры. То есть
Ну, это как бы подсказка, видимо, намек на то, что мы не собираемся падать по еще по S&P. С учетом того, сколько там ярдов вливает просто в спасение экономики от пандемии, там, стабилизацию. Печатный станок раскачивается очень-очень сильно, и вся эта лишняя ликвидность явно будет вкидываться в фондовый рынок, раскачиваться еще один пузырь. Ну, раз Трамп ушел без особых таких резких сбросов, то, в принципе, может, пока ситуация будет под контролем, посмотрим, когда там инаугурация, я, правда, не помню дату. Если вы знаете дату инаугурации, напишите, пожалуйста, в комментариях к этому видео. И еще такой момент. Если я в новостях, ну, к экономическом календаре пропустил какое-то важное экономическое событие, а вы это заметили и знаете какое событие, напишите в комментариях под видео, добавьте как бы недостающего звена, вполне мог пропустить что-то, поэтому с таким комментарием достаточно нормально отношусь. То есть я не робот, могу что-то забыть, поэтому ваша помощь будет очень уместна, и я думаю, все оценят такой маневр. Так, это был S&P. То есть, в принципе, в следующей неделе я даже трогать не буду S&P, потому что это перед праздниками. Там единственное, что если в понедельник запрыгнуть можно будет и не сбросят до вторника, то можно оставить просто на неделю вообще мизер по контрактам, пускай болтается. Так, ну и под завершение мы захватим немножко рубль. Я думаю, многим интересно, как ситуация по рублю. Рубль перешел на мартовский, обратите внимание. По открытому интересу только начали набирать последние пару деньков, поэтому мы сейчас включим склеечку и будем смотреть, какая ликвидность на новом контракте. Опять же, очень аккуратно работайте, ребята, в режиме склейки контрактов. Накладывается информация из двух контрактов, в одном фиксируют позиции, уходят из рынка, в другом только открывают. И вот дельты, агрессоры накладываются друг на друга с двух контрактов. Получается такой винегрет, не очень объективный. Поэтому для отбора сетки уровней старайтесь отключать марш-контракт и формировать уровни поддержки, сопротивления, ключевые диапазоны. Это все делать нужно без клейки. Вуаля. Так, есть. Немножко просили по оборотам, судя по всему, да, 2,6, 3,3, но это тоже хорошо. Соответственно, пошел коррекционный момент, 2 недельки простояли в объятиях 73, 250, 650, достойно для фиксации важного уровня. Ну, скажем так, этот декабрьский контракт подарил неплохое движение с 80 до 73. Без каких-то таких прям супер аномальных коррекционных откатов можно было простоять хотя бы там пару недель, немножко подержать, и были ключевые пиковые скачки по оборотам, особенно вот по 5,7, 5, 5,5, и вот эта неделя, видите, на фоне предыдущих оборотов прям совсем маленькая. То есть это незначительная коррекция, скорее всего, будет, потому что она идет без особого топлива. То есть они открывают, но так, нейтрально. Прошлая неделя была по большей степени на стороне байеров. На этой неделе, судя по всему, встречных ордеров немного, и вообще как бы участников поменьше стало. И вот пятница единственная, 200, там сколько, 31 контракт, 231 тысяч контрактов дисбаланс. В процентном соотношении посмотрим сейчас, 7%, 4, 3, ну в общем так, по мизеру. Так, по фьючерсному контракту посмотрели. Значит, опять же, переход на новый контракт на следующей неделе будет идти уже как положено. То есть уже на первые 3 дня нового контракта зафиксированы, они есть. Давайте сейчас март 21 посмотрим, там какой дисбаланс идет. Значит, по ликвидности 3300, и по дельте у нас получается, да, вот такая вот, 230 тонн на покупку. Здесь просто вот похоже, что запрыгнули на новом контракте на бай. Будьте осторожны, вот просто весь коридор, пол сессии от 74 и выше, все на байерах, все. Перепроверяем на томике, на спотиусе.
Если там тоже нет, здесь такой прям суперликвидной активности не замечено, но она и не слабая, то есть она в последнем тонусе, вот в каких оборотах они идут, есть правда 1,3900, а так в основном не ниже 2,5. Так, ну это вот завершение модели, которую вот здесь тормозили шорты. Ну, ожидалась фиксация, это, в принципе, вот было понятно 14 числа и более-менее простимо, как говорится, после такого снижения. 127, то есть, видите, уже расширять боятся. 74-ю, то есть, вроде толкнули, а потом, хоп, 10 опять же в коридоре 14-го. Две дельты на шорты, несущественно, и 132, вот, пока пятница в коридоре 14 числа, как осталась неделя, так она там и стоит. Соответственно, пока не пойдет приток ликвидности, ну, не появится крупная рыбка, которая начнет управлять ценой, вот такая вот болтанка будет сохраняться на рубле. Вот, собственно, вот такие новости. С наступающими праздниками вас. Всего хорошего. Прибыльного вам всем мартовского контракта, чтобы весной вы зафиксировали перед экспирацией итоги, и там было прилично порадовать вас, да. Соответственно, хороших выходных и до следующего обзора. Всего хорошего, до свидания, пока.